Дорогие друзья, много лет продукция нашего предприятия продается на ювелирных рынках России, Украины, Казахстана, Прибалтики, Германии. Сегодня мы хотим ближе познакомить вас с нашим предприятием, чтобы вы не только услышали, но и увидели, как изготавливается изделие, которое мы предлагаем вам для реализации в ваших ювелирных магазинах. Итак, приглашаю вас на экскурсию по нашему предприятию. Великое и щедрое предание. Все камни – дар божественной мечты. Дарите украшения, знак признания. Все женщины достойны красоты. Ювелирные изделия по праву считаются универсальным подарком. Доставляя удовольствие любимым людям, мы хотим, чтобы вещь создавала настроение красотой и высоким качеством, служила долго и даже передавалась по наследству. Эльтон гарантирует своим покупателям, что качество наших изделий смогут оценить не только современники, но и последующие поколения, наслаждаясь изяществом и красотой семейной реликвии. Предприятию, основанному в 1999 году, удалось создать производство полного цикла и за годы развития сформировать собственные традиции и стилевые направления в изготовлении ювелирных изделий. Секрет успеха завода заключается в высокой квалификации мастеров, а также в использовании современного оборудования и передовых технологий производства. Многолетний опыт работы ювелиров и постоянное совершенствование мастерства позволяют им создавать изделия высокой сложности. Рождение будущих шедевров ювелирного искусства начинается с фантазии художников и воплощается в рисунке. Дизайнерские решения основываются на многолетних традициях ювелирного искусства, всегда отличаются разнообразием стилей и форм. Привычная классика очаровывает красотой и универсальностью, а смелые современные дизайны впечатляют изысканностью и неординарностью. Далее к процессу присоединяются мастера-модельеры, которые работают над созданием будущих изделий вручную, либо осуществляют компьютерное 3D-моделирование. Затем готовым и утвержденным мастер-моделям предстоит процесс обрезинивания, где их под прессом вдавливают в специальные резиновые формы, куда позже будет под давлением подаваться горячий воск. Следующий этап является одним из самых интересных в производственном процессе. Восковые модели изделий собираются в елочку. Готовые восковые елочки фиксируются в специальных формах для формовки – опоках, куда заливают специальный состав формосмеси, равномерно размешиваемый, чтобы смесь заливалась ровно, не оставляя пузырьков воздуха во избежание в дальнейшем дефектов в изделиях. Заполненные опоки прогреваются в прокалочной печи 4 часа при температуре до 730 градусов Цельсия. При этом воск в елочке выгорает, оставляя пустоты в форме восковых моделей. Следующим этапом производства является литье. Литейщик готовит расчет количества чистого золота 999 пробы из слитков и лигатуры, нужные для сплава, и насыпает в специальный отдел литейной машины – тигель, где сплав размешивается до нужной консистенции. Этот расплавленный металл под высоким давлением заполняет пустоты в опоках. Из печи достают уже готовые золотые елочки и очищают их от остатков гипса сильной струей воды. Далее изделия отправляются на монтировку, где их собирают из составных частей, делая кольца нужного размера, а браслеты собирают из отдельных звеньев. Уже после монтировки изделия приобретают почти окончательный блеск. Их прокручивают в иголках, камушках и полируют, после чего можно смело приступать к процессу закрепки камней. А это особое искусство и мастерство, наработанное годами. Каждый ювелир-закрепщик, работающий на нашем заводе, имеет более чем 10-летний опыт работы. Специалистами-гемологами осуществляется подборка камней по качеству, цвету и размеру. Непосредственно от их мастерства зависит окончательный вид ювелирного изделия. Среди множества секретов специалистов нашей компании есть самый важный. Используемые в изделиях камни должны быть только натуральными и высокого качества. Только тогда ювелирное изделие может приобрести неповторимый и изысканный вид. Камни мы закупаем в Индии. Я сама езжу, отбираю эти камни. Камни по диаметру, по цвету стараемся подбирать там. Вот,
Ну, я же сказала уже, что у нас все натуральные, камни исключительно натуральные. Вот, что полудрагоценные, это аметисты, топазы, цитрины, что сапфир, изумруд, естественно, бриллиант. На завершающем этапе производства уже готовое изделие с камнями проходит еще одну полировку, отмывается в ультразвуковой ванне и радируется. Очень важно отметить, что на всех стадиях производства каждое изделие проходит контроль качества минимум 7 раз. В данном случае вы видите, как мастер АТК проверяет изделие на качество после участка закрепки. Она проверяет камни на сколы и прошатывает их. Недаром наш завод был отмечен в Украине знаком качества «Высшая проба» за заслуги и достижения в области ювелирного производства. В итоге готовые изделия отправляются к вам, покоряя своей элегантностью, красотой, качеством, а главное – теплотой, которую вложили в них создатели. Наша компания дорожит своей репутацией и гарантирует качество. Мы всегда рады видеть вас среди наших клиентов.